метро «Сокол». Иду снимать 59-й, по-моему, троллейбус. Вчера написали, что ты же вроде бы он в каких-то нехороших списках, но уничтожение. Ну как уничтожение? На замену автобусами, как водится. Так, нет, тут что-то дворами не пойду. Так, по карте посмотрел, но что-то не очень внятно. Сейчас направо поверну, по-моему, вот там вот, если я не ошибаюсь. Пожалуй, еще дальше пройду. Не знаю, наверное, слишком. Что-то туда во двор идти не, как бы не уперется ни в какой-нибудь там забор. Улица Вальтера Ульбрихта. О как!
Так, интересно. Что-то я представлял себе это не спинач, прям скажем. Ладно, пройду еще немножко. Пришлось достать навигатор, в общем, я чувствую, что я как водится не туда пошел, прям скажем. Эх. Ну ладно, поворачиваю назад. Ну вот, никак я не могу себя приучить пользоваться навигатором. Надо было свернуть мне направо раньше. А так вот это выглядит, не знаю, насколько увидите. Ну что, погода хорошая. Тепло, даже я бы сказал, жарко. Если так пойдет, то день будет жаркий. Утро раннее. Нравится мне такое время. Народу мало, чисто достаточно, не слишком жарко. Так, а впереди мне подсказывает машинка, что это песчаная улица. Но мне дальше, я так понял.
камень. И тут, кстати, времена и эпохи в Коломенском. Был вчера там с утра на велосипеде. И что-то я не понял. Ага, вот он. Вот он, родимый. Хочу посмотреть. Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны. Бывшее Московское городское братское кладбище. Вот что это такое. Ну ладно. Все. Замечательно. Так вот, я говорю, был вчера в Коломенском. По идее, идет уже достаточно давно, если верить цифрам. Там фестиваль, хотя реально еще строятся какие-то павильоны и прочее.